Так, полетели, поехали. Кур Ватан из Дагестана. Всем крысам, всем хейтерам докажет. Как опускать? Так, где мы сейчас остановились? Мы выключали прожекторы, мы их выключили, и теперь мы движемся дальше к Соколову, чтобы его принести к лоялистам. Вот сейчас мы этим займемся. Так, да, вот мы тут остановились. Что у нас тут? Записка о музыке смотрителя. Вчера у меня прошел смотритель, наигрывая на шарманке странную музыку. Ту, что звучит в аббатстве. Лица его я не разглядел за маской, но было слышно, что он бормочет стихи из священных текстов. Меня обуял страх. Костяные амулеты и любые другие талисманы запрещены законом. Смотритель относится к этому очень строго. Сжимая талисман в кармане, чувствуя его тепло, я шел и старался не смотреть по сторонам. Смотритель направлялся к дому королевского лекаря, этого грубияна Соколова. И тут случилось нечто странное. Готов поклясться, талисман в моей руке отозвался на музыку смотрителя, стал холодным, условно бы замер. Я нашел книгу, которая, надеюсь, поможет мне понять, что произошло. Древняя музыка. В окружающем нас мире есть волны, которые мы едва можем... Это мы читали, да. Унитаз. Водичка. Омулечимся. Многие ищут на мосту утешения. Озаренные мужчины, покинутые жены, жертвы чумы. Все прыгали отсюда. Блин, у меня Пьеро только один остался, этот. Ну ладно. Так, что у нас здесь? Давайте разбираться. Нам надо двигаться к дому Соколова, да? Никаких особых сведений нету, по-моему, да? Ого, очень интересно. Люблю смотреть, как они кружатся. Колеса, что ли? Ага. Идут по кругу, как сама жизнь. Вот прекрасный символ прогресса в нашей науке и технике. Как вам будет угодно, сэр. Помни, рядовой, мы отвечаем за то, чтобы они крутились. Если фабрика встанет в твое дежурство, это очень-очень плохо скажется на твоем послужном списке. Ясно, сэр. Интересно. Так. Хопа. Ой, бля. Тьфу, блин. Ну ладно. Так. Зарубили. Всех зарубили? Сейчас просто... Окей. Всех зарубили? Вроде всех. Все. Да, как-то немножко неудачно началось, но ничего страшного. Ничего страшного. Немножко неудачно началось, но зато мы красиво их убили. Давайте осмотримся. Я просто, да, я наверху погасил этого чувака. О, блядь! Там эти хрустаки, оказывается. А что, у них что-то полезное тут лежит, что ли? Я не знаю, могу их сжечь? У меня же есть вроде заряженные болты. Ничего ему от этого не происходит. Каким эффективным способом можно убить? Только, по-моему, если он откроется, да?
Да. То есть, когда он открылся, тогда все и хорошо. Только единственное, я не знаю. Бля! Наверняка там что-то, видимо, интересное. А, кстати, смотри, там в них деньги лежат, в этих. Там жемчужины в хрустаках лежат. Это хорошо. Так что blood from the кровь от кого-то там. Так что имеет смысл, в принципе, их мочить. Открывайся. Бля. Открывайся. Бля. Так, окей, они как-то... Прикрестный огонь у них идет. Сейчас мы со всех с них соберем. Откройся. Не хочет открываться. Все, теперь мы можем с них собрать. Сейчас. Раз уж такая, как у пьянка пошла, надо хотя бы собрать... баблишко, потому что надо будет все это как-то закупать. Окей, и что здесь? Здесь какой-то был хитрый способ забраться наверх, что ли? Нет, не похоже. Ну, может, если отсюда. Блять. Давай! Забрали! Бля, отсюда. Да ёпты гады, как здрасте, извините. О, забор. Смотри, на него залезает. Блять. Ладно, хер с ним. А чё, я же могу магию использовать, чё я не использую? Так. Это какой-то обходной путь. Зачем по нему пошел, непонятно. Крысы. Шпалы. Окей, тут куча обходных всяких путей, которые я все... Мне не понадобились, потому что я не играл скрытно. Окей, тут какая-то хитрая система. А, тут эта электрическая стена, которую можно обернуть против врагов. А, ну можно же и залезть, в принципе. Бля, чуть не получилось залезть. Да ты чё? Что за обманка такая? Да, блядь. Окей, я понимаю, мне предлагают сделать только одно. Это замедлить время. Вот, так он предлагает сделать. А при этом тут нет ничего полезного, да? Вот можно открыть стену, а можно переэтовать. Ну, давайте ее откроем, наверное. Да. А что внизу? Ну, давай, блядь, он меня убьет. А, отсюда легче вылезти, вот так. Ща... Блин, мана кончилась совсем. Это очень плохо. Это очень плохо. Теперь никакой магии, господин Артур. Можно зайти в дом Соколова, да? Ой, подождите, я что-то забыл про эти, про костяные амулеты, да? Ага, надо залезть. Хорошо. Чё, есть кто? Непонятно. Здесь что-то есть? Помогите. Сейчас поможем. Подожди, я жру. О, деньги. Стой, закройся.
Бабосики. Так, а кто где? Сверху кто-то жаловался или снизу? Сейчас поможем, подожди. Книги «Полет к сферам». Я не читаю «Полеты к сферам», я не читаю эти книги. Три тома. Господи, что за зануды здесь жили. Потом их почитаем. Уберите от меня крыс, иначе я не выберусь. А где ты? Сейчас. О, ура! Нашел, что хотел. Труп. Крыс мы сейчас уберем. Вот есть труп. Только я не понял, откуда ты со мной разговариваешь. Сейчас, подожди. Сделай что-нибудь с этими крысами. Сейчас я иду, подожди. Я даже не знаю, кто ты и где ты. Кто она? Где она? Где? Где ты? Бля, я реально не вижу. Где она? Ну уж извините. А, ага. Так, сейчас. Ну чё? Как дела? Бля! Да не меня! Вон я вам труп положил! Вкусный! Вкусный труп! Говно! Вот козлынские! Жрите труп! На нахер! Сволочь, ненавижу. Так. Все, умерли? Окей. Ну чё? Чё, у тебя нормально все? Спасибо вам за помощь. Снизу орёт. Спасибо. Я поздно увидел. Кое-кто решит, что это суверен, но я клянусь, крысы появились следом за человеком, который размахивал каким-то амулетом. Мне показалось, что амулет был костяным. Но теперь он мертв, как и остальные, кто тут жил. Окей. Вот этот чел? Так, что за амулет? А, выносливость 2 прокачалась, что ли? Зелье значительно восстанавливает здоровье. То есть вроде ничего нового не появилось. Вихрь 2. Здоровье, аппетит 1. Сильные руки что делают? Душа не пускает быстрее, я не душу никого. Окей, ничего полезного. Что за книга? Журнал Тирион. Наконец нашел место, где можно залечь на дно и сидеть тихо. Городская стража объявила дом зачумленным, так что в подвале меня искать не станут. Надо верить. 28 число месяца ветра. Пока все благополучно, я слышу, как мимо проходят патрули, но в дом они не суются. С едой плохо, но вчера ночью разобыл кое-что. 2 число месяца тьмы. У меня появился сосед. Он носит странный амулет из костей и клянется, что эта штука защищает его от чумы. Увидим. Возможно, вдвоем нам будет попроще, хотя я начинаю сомневаться, что выживу. 4 число месяца тьмы. С тех пор, как он тут, я плохо сплю, неважно себя чувствую. Крыс в доме все больше. Еще немного, я не смогу убраться отсюда, даже если захочу. Мне кажется, амулет проклят. Окей. Так. И куда ты пойдешь? Вот идет куда-то. Куда пойдешь? Вон там дверь можно открыть. Тут ничего нету интересного? Кажется, нет. Ну, здесь тусоваться будет теперь, да? Прошу вас остановитесь. В смысле, я дверь открывал. Все? С тобой нельзя разговаривать? Ну, ладно. Окей, добыли костяной амулет. Идем на северную сторону. Что-то маленькая карта вообще. Так. Ну, чё? Там какие-то секреты, да, кажется? Ага, костяной амулет в этом доме, а там руна. Ну, давайте зайдем, изучим, что у нас здесь. Крысы. Трупы. Трупы, крысы. Зачем эта комната вообще? Что здесь? Ладно. Костяной амулет выше, да?
Так, я не могу пробраться туда, да? Может, не знаю, может, здесь есть какая-то вентиляция хитрая, можно в крысу вселиться. Так, вот смотри, вот крысы тут тусуются. Вентиляции никакой нету, нет никакого, да? Решеточки там. Здесь где-нибудь, может быть. Нет, я не вижу никаких решеток в полу. Окей, непонятно, зачем это помещение было. Но, видимо, надо... Что за шум? Но, видимо, надо вон туда залезать. Так. Штука еще выше, да? Поднимаемся. Ага. Туда надо, да, попасть? А что еще у нас выше? Очередная крыша. Окей. Так. Что у нас там? О, там кого-то за стеночкой хранят. Какие-то там заключенные бедные. Так, что за костяной амулет? Старьевщик, вы находите больше боеприпасов. Наверное, это полезно, только за место чего? Акробат полезно, выносливость тоже полезно. Посмотрите, вы быстрее, это полезно, нужно точно враг. Иногда прохмахивается с пистолетов. Ну, быстрая тень полезна. Ну, ладно, вместо цели давайте старьевщика поставим. Окей. И деньги, деньги, деньги. Побойщики! Ага. Давайте отсюда продолжать двигаться. Так, где у нас еще одна руна где-то с той стороны, да, находится? Ну смотри, там что-то интересное происходит. Там кого-то надо спасти, а может быть, наоборот, даже кого-то надо убить. Ты странно выглядишь, Грейсон. Что опять удумал? Не понял? О, нет, сэр, не думал. Смотри, охрана какая-то ходит. Что-то там Соколов тестирует. На крысах, ой, на людях, в смысле, эликсиры. Ты ничего не смыслишь, натурфилософия. Ясно дело, зараженные живут слишком мало, и Соколов не успевает получить никаких результатов. Да жалко просто. Туда еще женщину привели. С собой не дурна, милая такая, досадно, что умрет. В смысле, жутко все это. А, это его тестовые эти. Теперь слушай меня, как и почему не нашего ума дело? Если хочешь получать эликсир каждый день, завязывай со своими вопросами. Они вроде как свиньи. Свиньи для экспериментов Соколова. А до свиней мне дела нет, ясно? А, понятно. Да, верно. В смысле, чего переживать из-за пары вонючих свиней? И всех на бойню отправят раньше или позже. Лучше бы думал о звуках, которые мы слышали. Ага, это значит тестовые их предметы. Что сверху там крутится, не пойму. То есть вон электричество, да? Так-то лучше, далеко пойдешь, Грейсон. Окей, понятно. Окей, сейчас все ясно. Что у нас здесь? Там картина висит. Свистни, если решишь подъем. Так, сейчас. Два охранника. Ну, сейчас мы их оттуда вывезем, вывезем, конечно. Он говорит, а, блядь, чуть не умер. Еще один идет, да? На нахер сейчас. Бегите, бегите. Где эти ребят? Бегут, бегут, смотри, смотри. Хоба! Блять. Опа, так, подожди. Ох, ёпты. Сейчас, подожди. У меня все кончилось. Сейчас. Все, хорошо. Ну, да, я хотел ворвань прямо в них кинуть, но мне не получилось. Она сзади них взорвала их. Это, ну, тоже было неплохо, в принципе. Так. Окей, спасли людей, это замечательно. Они убежали. Сверху что-то крутилось, вот эта штука.
Труп. Так. Снизу просто лодки. А куда они убежали? У меня такой интересный вопрос. Они выжили, я надеюсь? Куда они убежали-то? Они, наверное, с карты убежали, да? Даже не поблагодарили. А, нет, вот смотри, вот стоят. Ну? Не знаю, кто вы, зачем вы это сделали. Но послушайте. Недалеко отсюда есть полуразрушенный дом. Поднимитесь на то, что осталось от третьего этажа. Там будет картина. Да, я видел. Я раньше работал в этом месте за картиной, спрятан сейф. Код 294. О, полезно. Видишь, как полезно людям помогать. Все хорошо. Полезно людям помогать. А вторая руна где-то тут, да? Окей, давайте пойдем в сейф. Разберемся с сейфом. Бля. Что там было? 294? Я забыл. Или 249? Ага, 294, все, окей. Деньги! Деньги — это замечательно. Но было бы полезнее что-нибудь другое найти. Окей. Так, давайте пройдем через дом. Давайте пройдем через дом. В доме наверняка что-нибудь полезное может быть. Наверняка в доме какие-нибудь полезные вещи должны быть. Нет? Да, что-то лежит, смотри. Что-то вообще такой райончик. Так, ну это же Ратва. Очень интересный райончик. По таким рухлядям, конечно, ничего не должно существовать. Залезай. Ой, блин. Так, а вот как раз этот дом Соколова, да? Вон сверху охрана ходит. Возможно, кстати, у меня обычных стрел кончаются. Надо, наверное... А усыпляющих тортиков тоже один. Ну, тогда разницы нет. А что там? Что за лагерь там? Интересно. Да, это дом Соколова. Ничего, он тут красивый. Так, надо побыстрее, подожди. Надо побыстрее, побыстрее. Побыстрее, побыстрее. Окей. Нормально. Быстро убили. Я, кстати, забываю про вот эту штуку, что можно вот так подкат делать. А дома у них тоже от чумы разрушились? Ну вот это интересный вопрос. А почему у них дома-то разрушенные? От чумы действительно, что ли? Так, мне надо найти там руну. Руна сразу вот здесь наверху. Эй, блядь! Я, блядь! Опа! Так. Смотри, стекло не бьющееся. Руна, короче, вон она. Я вижу ее. А залезть никаких этих нету. Веранд, дверей. Блин, очень жаль. Сейчас, подожди. Где-то должно быть, наверное. Где-то какая-нибудь дверь должна быть. Во, вот она дверь. А наверняка какой-нибудь ключ нужен, да? Нет, все. О, Соколов! Я нашел Соколова. Так, он что-то говорит, давайте послушаем. Теперь уповаю на формулу 25. Она в сочетании с высокотемпературной терапией, приснившейся мне давеча во всех подробностях, обладает большим потенциалом, особенно если учесть... Сохранение сейчас вроде уже было, да? Чего так быстро его нашел? Что касается спидума 312, смертельный исход наступит завтра ближе к полудню, после отторжения кожи. Да. Смилуйтесь, сэр, прошу, отпустите. Ага, проснулась. Как самочувствие? Я гораздо хуже. У меня чума? Прошу вас, сэр, я не хочу умирать. Ишь, никто не умрет. Ты идешь на поправку номер 312. Что такое? Как вы обошли охрану? У вас необычная татуировка. Напоминает наскальные рисунки, которые изучал в пещерах далеко за городом.
Я не ожидал этого, честно говоря. Кто вас послал? Пьеро? Завистливый болван. Не слушайте его. Мы с вами сможем договориться. Я дам вам то, о чем Пьеро даже мечтать не может. Так, что вам нужно? Деньги? Эликсир от чумы? Не представляю, как вам удалось обойти стражу, но смею предположить, что если вы бы желали мне смерти, мы бы сейчас не разговаривали. Все, что могу вам дать, ваше. Только отпустите меня. Я вижу, вы человек образованный, вы должны понимать, что любые инсинуации... Мой адрес повлекут за собой крайне печальные для вас последствия. Я королевский лекарь, глава Академии натурфилософии. Отойдите! Неужели у вас нет сердца? Умоляю вас! Не делайте ничего прометчивого. Я уверен, мы сможем договориться. Неважно, кто вас послал. Если за мою голову назначили цену, я дам вам больше. В два. В три раза больше. Нет? У меня есть не только золото. Может, вам нужна другая награда? Я вижу, человеку решительно. Неужели вас ничто не интересует, сэр? Признаться, я не удивлен. Я знал, что рано или поздно за мной придут, хотя не ждал вас. Не нужно применять силу. Право, мы с вами отлично поладим. Вы и я. Выпейте со мной, присаживайтесь, давайте поговорим, обсудим ваше будущее. Деньги, женщины, все, что пожелаете. Звезды многое открывают тому, кто понимает их. Язык. Я мог бы заглянуть в астрономические таблицы. Неужели вас нельзя убедить? Проклятие! Кто-нибудь, помогите! Так, окей, цель нейтрализована, окей, это хорошо. Затащить Соколову к Сэмюлю, который ждет под мостом. Так, а это кто? Мне ничего нечего взять. Спасибо. Кто бы вы ни были. Он держал меня в клетке, как животное. Сейчас боль просто ужасная. Я забьюсь в уголок и уйду, когда станет полегче. Так, он его, видимо, заразил чумой, и ее исследуют. Так, теперь надо будет сейчас Соколова дотащить. Там быстро с ним расправились. Добавлена новая руна. Че, пока мы ничего не можем, да, увеличить? Так, это его запись, которую... Да, Соколов. Формула Соколова, пустой флакон, отчет лейтенанта. Вот запрошенный образец эликсира с черного рынка. Полагаю, его готовят на одной из запрошенных винокурен. Эта подделка не имеет ничего общего ни с нашим эликсиром, ни с бальзамом Пьеро, но обезумевших от отчаяния людей это не останавливает. Мы не смогли опознать ингредиенты. Надеюсь, вам повезет больше. И еще, несколько стражников признали, что пару раз покупали и принимали этот состав. Все-таки он порядком дешевле. Никто из них не пострадал. Это зелье не защищает от чумы, но и вреда не приносит. Лейтенант Кристофер Нильс, второе санитарное отделение, городская стража Данула. Так. Так, ну что тогда? Не будем по дому Соколова путешествовать, а пойдем дальше. Как можно быстрее проходим игру. Или всех надо вырезать. По-моему, хорошая идея всех вырезать. А что вот там происходит? Там какой-то забор, какая-то дверь, мост. А, ну там карта заканчивается. Ну смотрите, Соколова мы достали, давайте мы просто всех убьем. Уже можем это сделать, чего бы нет. Сейчас не пойму, где они. А, это что, стекло? Ща, подожди. Чё, ничего не слышит? О, да, полезно, полезно. Тут много предметов всяких.
Так, что-то не пойму, а что они не входят? Дверь закрыта, что ли? Я там установил мину, а дверь, видимо, закрыта. На нахер! Окей, одного взорвал. Так, сейчас, подожди. Я хотел предмет собрать, прежде чем все остальное делать. Добычки того жира, все понятно. Да бля, бери! Бля, зачем я? Я его взорвал вместе с собой. Я хотел красиво издалека его взорвать. Но немножко... О, да, не, все это полезно. Смотрите, смотрите, все деньги у него взяли. Лифт. Прикольно. Книжки про затопленные кварталы. О, здесь какие-то ходы. О. That might be worth checking out. Heard something. Слышал? Все, молодец. Так, а где перепрограммирование? Ага, а там перепрограммирование, да? Подожди, тут какой-то необычный дом, что ли? Мы его так быстро прошли, какие-то эти... Блядь. Да... Да ёб... Да ёпрасете! Что такое? Какие-то... Тут какие-то... Господи, достаточно интересный дом. Так, ну я Соколова оставил на самом верху, он там вроде в безопасности лежит, все нормально в этом плане. Так, служанки Соколова заслуживают смерти, мы это знаем. Перепрограммируем стену. Что здесь происходит? Где? Ух ты! Странно. Ты зачем-то электричество перенастроил? О! Че, убило кого-то, нет? Че происходит? Они-то все подрываются или че? Сейчас давайте проверим. Это же я вроде ее тоже переетывал, да? Переетывал. Сейчас, переетывал. Да, да, все нормально. Да, 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 все они переетованы. Магия! Где, где, где? Подожди. Блять! Ай-яй-яй-яй! Заходи. Опа! Так. А где магия? Где магия работает? А, вон внизу, да? Ой, я хотел другое с ним сделать. Ну ладно, тоже пойдет. Я хотел его столкнуть, спихнуть. Чё, тут есть что забрать? Какие-нибудь дорогие картины, что-нибудь такое, нет? Во-во-во, смотри, там что-то стоит сейчас. Во-во-во, прекрасно. За 300 денег картина. Идеи для статуи Тимши. Так, поверенный Арнольд Тимш решил, что миру не хватает статуи в его Тимша честь. Думается мне, он убежден в собственной значимости. Есть ли предел человеческому тщеславию? Пожалуй, следует изваять Тимши, который со всей возможной задумчивостью смотрит в зеркало. Так или иначе, его деньги моим исследованиям не помешают.
Вот, на жизнь художников. Что это такое? Очередные тесты? Очередные тесты какие-то. Что-нибудь здесь интересное есть? Вроде нет. Ну там что-то внизу. В принципе, разобрались, мне кажется. Окей. Погнали за Соколовым. Ой. Мне кажется, мимо пробежал, нет? А, нет, все нормально. Там лифт. Так, вон он, Соколов. Так, надо сохраниться, если вдруг мы случайно что-нибудь хрень сделаем. Ой, смотри, мы бегать с ним не можем. Ну, мы же можем телепортироваться, там что-нибудь, не знаю. Вон, смотри, далековато, да? Вот поближе. Что, всю охрану мы поубивали? Кажется, да. Так. А что в этом доме? Подожди. Груша. Нельзя скушать. И все, да? А нет, смотрите, какой-то письменный стол. Деньги! Money! Money! Все, забираем Соколова. Ящик. Ничего нет. Ой, я уронил Соколова. Извини, Соколов. Так. Самюэля мы уже прошли мимо. Если что. А, нет, не прошли мимо. Все нормально. Хоп, хоп. Привет. Сам королевский лекарь. Вы хорошо поработали. Спускайте его сюда, и мы отчалим. Я думаю, поехали дальше. Да, надо вернуть Соколова. Так, все нашли, что надо найти. Да? Высокий хаос оставили, замечательно. Вы можете убить всех. Допрос. Королевский лекарь Антон Соколов попал в руки лоялистов. С его помощью можно добраться до самых близких сторонников лорда-регента. Но станет ли вам помогать величайший ученый империи? Придется убедить его или заставить силой. Интересно. Вот он отдыхает. Они приготовили для Соколова клетку в старой псарне. Кандалы и все прочее. Вот ужас-то будет, когда он проснется на соломе весь в собачьем дерьме. Но говорят, он бывал в местах и похуже. Да, все мы бывали, если уж на то пошло. Здрасте, смотрите, что мы вам привезли. Отлично, Горова, отлично. Лучшего нельзя было ожидать от десятка солдат. Сведения Соколова позволят нам нанести удар по самому лорду-регенту, а в результате вернуть тебе прежнюю жизнь. Скоро мы перестанем прятаться. Королевский лекарь – умнейший человек, но защищать лорда-регента было с его стороны крайне глупо. Соколов создал эликсир боевой машины. Он мог сделать нашу державу великой, а теперь он расплачивается за то, что принял сторону тирана. Спасибо тебе. Если хочешь дремнуть, сейчас самое время. Да? А сначала хочу развеяться, пожелать спокойной ночи Эмили. Антон Соколов ворочается и спит, с ним нельзя поговорить. Отдохнуть, пока Соколов не придет в себя. Что за сведения?
Умение. О, я могу прокачать темное зрение. Позволяет видеть темноте, различать силуэты. Вы также увидите их поле зрения визуально. Кроме того, умение позволяет видеть полезные предметы и охранные устройства даже через стены. Ну, я сейчас хочу, наверное, больше вкладываться в боевые вещи, но для этого нужно больше рун. Ну, давайте зайдем к Эмили. Раз уж я пообещал, что я хочу с ней попрощаться. В смысле, пожелать спокойной ночи, а не попрощаться. А где Пьеро? Не спит, не спит? У него логика хромает, это же очевидно. И никаких оригинальных идей от него не услышишь. Даже если он что-то записывает, а заметки просто каша. Как он забрался так высоко? Он говорит то, что не хотят услышать. Дружба с богатеями, вот его метод. Соколов сюсюкает аристократом, и в этом он настоящий гений. Эмили! Пожалуйста, постарайтесь не шуметь. Эмили так долго не могла заснуть. Бедняжка. Все в порядке, Эмили, я здесь. Когда вы здесь, она кажется гораздо веселее. Впрочем, я понимаю, у вас важные дела в городе. Видишь, можно было это даже пропустить. Но нет, мы с ней поговорим. Этот персонаж занят, он спит. Ей по-прежнему снятся кошмары. Но это можно понять, она столько пережила. Так, полет в сферу надо где-то почитать. Иногда назовет вас, иногда свою мать. О, что это такое, что это такое? Тевианская руда. Зачем у нее тевианская руда лежит здесь? Просыпайся, просыпайся! Нет, что вы делаете? Че, я ранил ее из-за этого, что ли? Просыпайся, просыпайся, просыпайся. Что? А, что такое? Прекратите. Просыпайся. Ладно, не хочет. Всех перепугал. Ну, наверное, что-то можно было бы здесь изучить, осмотреть, походить. Но это долго. Поэтому будем отдыхать. Видел, как я скачу там, да? Я хочу просыпать. Корва, проснись. Сейчас она на мне такая. У тебя было такое смешное лицо, пока ты спал. А ты знаешь, как я на тебя скакал? Я решила подремать в твоей комнате, пока Калиста купается. Калиста велела бежать сюда, если что-нибудь случится плохое. Можешь приходить сюда, когда захочешь. Эмили, тебе лучше вернуться к себе. Я буду... Не, можешь приходить, конечно. Калиста придет за мной, когда искупается. Спасибо, Корва. Теперь мне гораздо больше. Допросить Соколова. Ну, пойдемте допрашивать Соколова. Кстати, здесь есть маленький секретик, я его помню сейчас. Она сказала, Калист купается. Кто это? Это не Калиста. Это Лидия. Ну, скажи что-нибудь. Определенно, доктор Соколов пришел в себя, хорошенько выспался и проснулся голодным. Сейчас. Опа! Смотри. Подсматривает. Граждане Данволла, круг властных ля-ля-ля. Я знаю, как это выглядит, но я пытался изобрести новый замок с вертушкой в форме снежинки. То есть, замка в форме снежинки пока нет. Я просто глядел через замоченную скважину. Первое, не хочу, чтобы ты шпионил. За кем ты подглядываешь, меня не касается. Я понимаю все, что вы обо мне подумали. Я натурфилософ, но это не мешает мне быть джентльменом. То есть я стараюсь им быть. Вот зачем он смотрел. Вот! Видали? Вот убойца. Я тоже посмотрю. А можно даже дверь открыть. Можно даже так сделать. Опа! Она и напуганная. Ну, пусть напуганная сидит. Все нормально. Можно даже что-нибудь туда кинуть, гранату, например. Ну, ладно. Если бы она меня увидела, она бы начала кричать, и миссия бы закончилась. Это мы в курсе. Господин лорд Пендлтон, вы знаете, что там происходит? Надеюсь, Соколов придет на нашу сторону. Я хочу, чтобы он как-то интересовал меня. На этот раз меня одного. Королевские лекари, полагаю, вы с Корво давние знакомые. В отличие от вас, Корво знает, что такое верность. Я храню верность себе. А вы якшаетесь самым опасным преступником всей империи.
Я убежден, что Корво не виновен в смерти императрицы. А бывший глава тайной канцелярии, лорд-регент, как он себя называет, жестокий деспот, который разрушает сердце империи, наш город. Но если вы считаете, что я обожаю... Вы заодно с этим сброд, что-то я не думал, что его прерву. Но у вас свои цели, верно? Нам нужно узнать имя любовницы лорда-регента. Все просто. Я предпочту не отвечать. Вам придется потрудиться. Должен предупредить, я человек несгибаемый. Посмотрим, голодны ли крысы. Даже вас можно подкупить, Соколов. Ну давайте выбирать, что посоветуете. Крыс на него пускать или подкупать? Я просто не знаю, какой вариант, чем закончится, я не помню это. Конечно, наверняка в хорошем варианте я крыс на него, наверное, не пускал. Крыс, поехали. Сейчас он умрет, видимо. Не обессудьте, Соколов. Ну, нет, только не крыса, все, хватит, я скажу все, что вы хотите узнать! А, он быстро сдался. Я обязан беречь величайшее интеллектуальное сокровище Данвола. Впрочем, я знаю немного. Мне не дозволили увидеть ее лицо или узнать ее полное имя. Она представилась как Леди Бойл. Видите ли, я рисовал ее со спины. Уверяю вас, портрет получился замечательный, но я не могу сказать, которая Леди Бойл меня позировала. Меня должны были представить на маскараде в ее честь как раз сегодня вечером. Но, полагаю, на этот прием я не попаду. Бал-маскарад в имени Бойлов сегодня вечером? Какая удача, Корво. Впрочем, Бойлы богаты и жестоки. Охрана такого приема будет строжайшая. Зато у вас же есть маска. Не так ли, Корво? Да, попав внутрь, ты легко смешаешься с толпой. Затем тебе придется понять, какая Леди Бойл связана с лордом-регентом. И устранить ее любым способом. Мы так близко к цели. Корво, если сегодня вечером у тебя все получится, мы сможем нанести удар самому лорду-регенту и возвести Эмили на престол. Попутного ветра. Быстро он сдался. Клянусь, я не видел ее лица. Что это такое? А, это вот эта штука, где крысы уходят. Ля-ля-ля, может, во всей империи, тру-лю-лю. Ага, тут крысы сидят, да? Что-нибудь здесь есть полезное? Например, смотрите, есть штучки, дрючки. Даже там можно наверх зайти, да? Очень интересно. Есть целебные травы, есть тевианская руда. Есть что-то еще. Есть еще тевианская руда. Есть целебный эликсир. Блин, у меня эти пьеровские эликсиры уже кончились. Так хорошо все собирал везде, столько лишнего поставлял этих эликсиров. Чё ты стоишь так красиво? Я слышал, вы собираетесь на вечеринку к Бойлам. Окажите мне любезность. Передайте эту записку лорду Шоу. Его легко узнать. Довольно грубый тип. Он будет в волчьей маске. Вероятно, он будет искать меня. Я знал, что Соколов одумается и все нам расскажет. Ему никогда не нравился лорд-регент. Не знаю, видишь, да, не видишь, что есть общий стиль с Преем? Ну, то есть, вот как персонажи выглядят. Хороший у них художник. А вы участвовали в морском сражении? Так, Пьеро, ты тут пока это самое, давай прокачаем меня. А, это Уоллес, господи, я его перепутал. Пьеро. Так, значит, этот, как ты, наш извращенец? Вам нужны мои особые услуги? Мы можем забежать в мастерскую. Блин, наверное, его можно было шантажировать, может быть, как-нибудь. Покажи, что у вас есть. Доступно новое улучшение. Бесшумные ботинки. Мне нравится, что лорд все время бухает. Слушай, класс, отлично, круто, что ты это заметила. Я, по-моему, когда первый раз играл, не обратил на это внимания. Он действительно все время бухает. Я даже помню, что в одной из рецензий я читал, что если быть внимательным в целом, ну, как бы, очень странная шайка, с которой мы работаем. Какой-то основной генерал, который, как бы, роскозь не рассказывает про свои былые приключения. Рыбак, живущий в какой-то хибаре, и бухающий аристократ. Ну, как бы, не самое такое подполье интересное. Кстати, не самое, не то что интересное, не самое надежное, наверное. Так, запасы есть, меткий пистолет. Хочу, наверное, развить пистолет продолжать. Хотя бесшумно потянь, подожди. Приглушать шаги, надо. Шаги еще тише надо. Все, супер.
Увеличим меткость пистолета, перезарядку пистолета. Увеличим запас пуль. И покупки на купим арбалетные болты. Я так и знала, что читала. Читала, что некоторые тролля. Да, почти. Теперь давай попробуем помолчать. Как это можно не заметить? Я не знаю. Ну, то есть это, ну, как бы, наверное, я, когда первый раз играл, это заметил, просто не придал этому значения. Ну, пьет и пьет. Ну, ладно. А он, видишь, он как бы бухающий. Это все уже не бухает. Что тут? А, это уже книжку мы читали. Короче, тут много разного, чего можно интересно увидеть, что здесь происходит. И можно, в принципе, это смотреть. Но это увеличит время прохождения значительно, и как бы ничего при этом не будет происходить. Ну, и будет погружение, вот можно поболтать. Итак, вы заставили представителя Сокола говорить. Признаюсь, я с волнением наблюдаю за вами Соколом. Ну, просто надо, короче, знать, просто для понимания игровой индустрии хорошей, что все здесь забито контентом. То есть все персонажи, им есть что рассказать, когда ты играешь сингл, есть чем они побазарить, узнать лор игры. Маскарад в имени Бойлов, то-то будет веселье, но не для всех. Вы готовы? Да, отвези меня в имение. То есть, если тебе интересно, короче, просто фигачить, ты все пропускаешь и просто ездишь, фигачишь. А если тебе интересно погрузиться в лор игры, в сюжет, то ты ходишь и изучаешь, разговариваешь с персонажами. То есть, в этом плане очень, мне кажется, хорошо построенная игра. Ты делаешь то, что ты считаешь, тебе сейчас интересно делать. Погружаться в сюжет или ходить и убивать всех. Прием Леди Бойл. Вы узнали, что самым преданным сторонником лорда регента является Леди Бойл. Но в семействе Бойл три женщины носят это имя. Вдова лорда Бойла и ее сестры. Соколов рисовал Леди Бойл со спины при весьма необычных обстоятельствах и не знает, который из трех дам связан с лордом регентом. Вам поручено отправиться в роскошный особняк Бойлов и на костюмированную вечеринку выяснить, какую именно Леди Бойл следует устранить. Погнали. Ну, сейчас как раз надо закончить. Посмотрим начало уровня. Ничего себе, лорд регент решил расстаться ради Бойлов. Расстараться. Я и подумать не мог, что тут будут толбои. Вы там осторожнее, Корва. Эти парни глупости не прощают. Есть хорошая новость. На приеме в этой маске вы просто смешаетесь с толпой. Хорошего вечера, благородной компании. Хорошо, что я этого не увижу. Толбои — это вот эти ребята на ходулях. Видишь, вон ходит. Убивает плакальщиков, да, кажется? Так, сведения обновлены. Вам нужна лишь одна из сестер Бойл. Нужна какая? Смешайтесь с толпой на маскараде и найдите вашу жертву. Так, что у нас тут по этим по обновлениям? Я опять забыл! Там эти какие-то секреты были на крунах какие-нибудь костяные там. Блин, ладно. По идее, наверное, ничего нового не должно появляться на карте на нашего этого Пепюсиямы. Так, у нас там костяные амулеты. Задача у нас основная там. Надо сначала, мне кажется, пойти за апгрейдами. Иначе мы ничего крутого не сделаем. Что здесь? Какая-то дверь. Бля! Кто меня заметил? Ох, как. Не, ну хотя, как бы вы, пожалуйста, меня замечайте. О, подожди. Крысы, ебаные крысы. Все хорошо. Целебный эликсир. Мне не нужен целебный эликсир. Мне нужно все, кроме целебного эликсира. Так, а что у нас здесь? Залез... Да, блядь, не под стол же. Да, блядь. Ха. Уровень сюда продолжается? А что там? Ой, бля. А там проход за мост, да? Интересно. Ничего вроде такого особенного. Бля, они сюда идут. Ой, я попал. Ой, попадос. Так. Блядь. Сука. Так, окей, подожди. Сейчас. Ла-ла-ла. Замедление времени, давай. Так, все нормально. С этим разобрались.
Нам надо вон туда. Что здесь? Что это такое? А, это фонарь. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Так вот, вечером она должна была петь в саду, но у нее прям сразу пропал голос. А это преступление? Дай рассказать. Мимо шли смотрители с этой штукой, как она там... Ну, как бы сами виноваты. Там, там толбой идет. Подожди. Я думал, я послушаю их историю, а они что-то меня заметили. Они, видимо, гулять хотели пойти. Так, что у нас здесь? А где там был толбой? Так, а где это? Вот он, дом, да, где тусуются эти... Ага, вон ходит. Так, а вот тут руны, да, у нас? Еее! Собрался на праздник, Корво. Об этом ты мечтал долгие месяцы в Колдридже, дожидаясь палача. О богатых, роскошных, одетых по последней моде женщинах, которые смеются и пьют тивианское. Вино. Как тебе хозяйка, леди Бойл? Или что? А что хозяйка? Я вижу ее судьбы и знаю, она умрет сегодня от твоей руки, или будет жить день за днем, год за годом. Она будет влачить существование в дальних землях, даже когда ее чудные платья превратятся в лохмотья, а шелковые волосы поседеют и станут тусклыми. Полгорода видит огни праздника, все мечтают о наслаждениях, которые ждут только гостей. И ты все это уничтожишь. Так или иначе, это последний прием, леди Бойл. Так, окей, у меня руна появилась. А тут кость, да, у нас? Трупик какой-то. По кому-то стрелять, что происходит? Бля. По мне стреляют? Ёб ты гадык! Тут весь дом ими, да, забит, видимо, плакальщиками. А по кому они стреляли там? По плакальщикам тоже? Так, вон ходят эти внизу. Все, больше не ходят. Быстро соображаем, ребят, быстро соображаем. Так. Что происходит? Он там стреляет, а по кому? Или не стреляет, или мне кажется. Окей. Надо немножко по дому пройтись. Дневник старой ветоши. О, я ему не верю. Разве можно любить того, кому не веришь? Там чик-так чирикают пташки, что норовят упорхнуть из своих гнездышек. Едва начнутся холода. Тогда милым гнездышкам конец. И стоят они покинутые, разоренные. Вот пташки злятся на погоду, мол, предала я на их. И летят искать новый дом. Не такой холодный, убогий. Убогий. И мне пора. Вещи собраны. Так что тут, на что ни глянешь, всюду серость и убожество. Мочи нет это терпеть. Это что, место, где старая ветошь жила? А это кто? Господи. Так. Ну давайте спустим. Опа! Вот это то, что мне нужно. Давай, забери. Так. А мы тут сейчас... Что там наверху? Крыша? Просто крыша. Так, спустимся сейчас здесь, наверное. Просто осмотрим дом. Вообще, наверное, надо было сверху на толбоя прыгать. Я так подозреваю, наверняка здесь ничего в доме нету интересного. Да, здесь просто все завалено. Хотя... Может быть, здесь кто-нибудь есть, например, старая ветка. Бля! 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 Сука! 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 Куда побежали, сучки? Я вас всех убью! Я вас уже почти всех убил, блядь! Всех порезал. Может, тут день старой ветоши тусуется? Нет, вот только вот эта есть штука. Так, где толбой?
Толбой. 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 Ты где? Толбой. О! Это... Неожиданно. Он выдержал взрыв по ногам. А тут крысы. А там наверняка что-нибудь есть. Подожди, что было? Зажигательный болт. Что здесь? Что это такое? Что за трамвайная остановка? Что это такое? Окей, ладно, непонятно. Так, надо собрать пистолетные патроны со всех. О, хорошо. Там крысы едят трупы. Это всегда пожалуйста. А это что такое?